Вітаю, в ефірі студія на репортері. Мене звати Ігор Ісенко. І сьогодні ми поговоримо про плани Одеської районної ради на вже 2022 рік. Поговоримо ми сьогодні з депутатом Одеської районної ради Ладою Рибалкою. Вітаю вас, Ладо. Ладо, взагалі, які плани у Одеської районної ради на цей вже 2022 рік? Ну, для начала, чтобы говорить о планах, наверное, надо от чего-то оттолкнуться, да? Потому что в планах мы можем написать очень много задач, направлений и целей, но когда на них нет, к примеру, ресурса определенного, то эти бумаги, они ничего не стоят, правда? А на последней сессии заключительной 2021 года мы приняли план работы, план деятельности на ближайший год и прописали в нем достаточно много направлений, но если так посмотреть со стороны, довольно декларативная вещь. Потому что все упирается, как вот мы увидели за год каденции нашей, в бюджет. Бюджет того или иного местного совета. И районный совет не исключение, это самая проблематичная ланка, скажем так, органов местного самоуправления по всей стране. А на сессии Верховной Рады в декабре был принят государственный бюджет. И эта сессия, этот бюджет, скажем, стал показателем того, как же наши власти относятся, в принципе, к существованию райсовета, к их надобности. Вот, потому что на существование, на работу, да, функционирование всех советов, в принципе, Украины было предусмотрено всего-навсего 154,5 где-то так миллиона. Это в разрезе каждого совета где-то 1 300 000 на один совет. Совершенно нежизнеспособная сумма, если мы говорим про целый год функционирования, потому что в каждом райсовете есть штат сотрудников, аппарат, который работает, им нужно оплачивать зарплату. Есть коммунальные платежи и есть их деятельность, это всякие мероприятия, программы различные, куда возможно эти деньги, скажем так, давать, а их нет. На сессии районного совета последней мы приняли бюджет на этот год. И наши собственные доходы там составили в размере 500 тысяч, то есть у нас есть 1 800 000 на целый 2022 год. И это, конечно, довольно комичная сумма, потому что никакая программа не выдержит. Ну, то есть ни одно направление, которое хоть маломальски хочется реализовать, одно хотя бы, оно не получится реализовать на эту сумму. Райсовет у нас уже принял ряд программ, то есть у нас не только... скажем так, от сессии к сессии. Да, у нас есть некоторые программы, там, в рамках которых есть мероприятия. К примеру, приняли мы на последней сессии соцпрограмму «Наши дети». В ее рамках уже провели два мероприятия. Это были новогодние концерты для деток из малообеспеченных семей и так далее, где там им вручались подарки. То есть, ну, такое довольно хорошее, красивое мероприятие было перед Новым годом. И, собственно, до 2024 года есть еще... скажем, в этой программе расписаны некоторые мероприятия. Но, опять же, бюджетного ресурса нет, поэтому зависит, как их реализовать и сколько, будет зависеть как раз-таки, будут ли еще поступать какие-то средства. И на этот счет, мне кажется, все очень сильно упирается в менеджмент любого совета, да, в работу руководства. Именно от руководства по большей части зависит, как мне кажется, в первую очередь, обивание порога высших властей, о том, что денег не хватает. То есть, если нет ресурса, зачем тогда работа такого органа, аппарата того же, который приходит и делает каждый день монотонную какую-то бумажную работу, правда? Но такой деятельности я в нашем случае не наблюдаю. Если изучить ситуацию по Украине, то есть районные советы, у которых бюджет на 2022 год составил и 3, 4, 5 миллионов. Почему? Потому что это определенный менеджмент, да, какие-то общие мероприятия с другими советами, другими, скажем так, субъектами, да, у которых возможно что-то получить, что-то предложить свое, какие-то проекты новые предложить и так далее. У нас просто вот сколько дали, ну и хорошо, и пусть будет так. И пока какой-то такой позиции недовольства и стучания в дверь, да, той же Верховной Рады мы не видим. Вже зачепили тему соціальної підтримки. Угу. Який відсоток усього бюджету розрахований так, аби вистачало на всі сфери, входила соціальна підтримка? Ну, скажімо так, соціальні питання – це тільки частина одного з направлень. І ті програми, які ми вже прийняли, в них, навіть якщо стоять деякі суми, мы не можем сейчас точно рассчитать смету мероприятий и этих сумм, потому что бюджет мы приняли 1 800 000, конечно, я сейчас скажу, на что он пойдет, этот 1 800 000 в первую очередь.
Но в разрезе следующего года у нас еще есть остатки с того года, и мы будем смотреть где-то на февраль, эта сумма бюджета будет еще редактироваться. То есть мы вот 1 800 000 имели на декабрь, там на последние числа декабря того года. А точно рассчитать, сколько процент, мы не можем. Мы этой суммы пока не знаем. Но даже из того, что мы имеем, к примеру, та же программа «Наши дети», там рассчитана по 500 тысяч на год. Это сумма, которой хватит на несколько мероприятий каких-то. То есть, чем не делать вообще ничего, можно сделать хотя бы что-то там 1-2 раза, и это будет там ощутимо для какого-то слоя населения, который в этом нуждается, да? Это дело хорошее. Но сказать, сколько в разрезе целого года, мы пока не можем. Если вспомнить 2021 год, мы тоже имели там очень маленький бюджет на самое начало каденции, совершенно смешной, даже миллиона не было. И потом, спустя какое-то время, областной совет давал субвенцию, государство давало субвенцию, громады какие-то средства перечисляли, и возможно было даже оказывать какую-то материальную помощь. То есть, в принципе, на протяжении года поступали какие-то суммы. Я очень надеюсь, что так будет и в этом году, но когда мы ставим прямые вопросы на сессии, на что будет существовать совет, на что вот эти ваши программы, которых очень много, они очень красиво написаны, но где денежное обоснование? Мы пока надеемся, что что-то будет. Ну, собственно, так было и год назад, когда мы надеялись, что нам полномочий больше дадут, да, законодательно, а их не произошло. И сейчас вот так вот писать и понимать, что мы в неведении находимся, я считаю, что неправильно, конечно. А этот 1 800 000 на что пойдет? Ну, как минимум, и, наверное, единственное, на что его можно потратить, это зарплатный фонд сотрудников. У нас районный совет один, наверное, из самых численных по аппарату. На территории страны у нас целых 17 человек. Зачем так много, до сих пор как бы для меня не совсем понятно, потому что работа, скажем так, не кипит у райсовета, она кипит у некоторых там отдельно взятых депутатов, но как орган это, конечно, сессии, какие-то совещания, какие-то, я не знаю, круглые столы, но не нужно столько. И Минрегиона просчитал, такую интересную аналитику привел, что для существования аппарата райсовета 8 человек необходимо около 4 миллионов в год. У нас 1 800 000, 17 человек, мы даже 5 человек не потянем. У нас штат огромный, его, естественно, сократили, у нас было 29, сейчас 17, но все равно каким образом? Если будет сумма такая, это невероятные задолженности по зарплате, по коммунальным платежам, то есть это, ну, большие проблемы. Поэтому, наверное, мы не все знаем, да, и руководство, наверное, на что-то рассчитывает, да, и в том числе районная администрация наша, что какие-то поступления будут. Просто нам о них, скажем так, не говорят, у нас никакого плана, алгоритма, ничего нет. То есть принимают такие цифры и не беспокоятся ни о чем. Значит, наверное, есть основания не беспокоиться. Но, на мой взгляд, политика неправильная, то есть хотя бы какие-то шаги, какие-то обращения депутатского корпуса, какие-то круглые столы на уровне Верховной Рады, где бы собралось, наверное, руководство других райсоветов с, ну, четким вопросом, зачем функционирование этого органа без финансового ресурса, этого нет. То есть мы целый год этого не видели. Мы знаем, когда шла реформа децентрализации, многие громады не хотели объединяться в ОТГ, когда только начиналась реформа. Это были бесконечные круглые столы в Мининфраструктуре, в Минрегиона, все ездили, все возмущались, скажем так. Какой-то процесс шел, и люди понимали, что не все с чем-то согласны, что есть какие-то противоречия и так далее. Надо что-то обсуждать. В данном случае мы в СМИ читаем, зачем этот райсовет. Наш, не наш, там по всей стране есть такие в СМИ пишут сообщения, но на деле ничего не происходит, всем, ну, комфортно вот так вот приходить на сессию, решать там 10-15 вопросов и, в общем-то, расходиться. Хотя действительно 64 человека, депутата, это 64 представителя тех же громад с округов, которые были избраны, да, наверное, очень много проблем есть, которые можно поднять и решить за счет того же бюджета, да. Есть чем работать, но работа пока не ведется, к сожалению. А взагалі, а можливо скоротити штат, аби все ж таки кошти, бюджетні кошти перерозпределити, так? Не йшли ми лише на зарплати. Ми предлагали на последній сесії, коли рішалось, на скільки єдиниць, тобто там же є определенні відділи, управління у нас, щоб сократити там к 10-8, можливо, сотрудникам. Тобто я не умаляю значення апарату, він, безусловно, нужен.
Есть люди, которые вот, ну, каждый день ты приходишь в райсовет и видишь, что они делают. Но 17 человек — это многовато, даже исходя не из того, что большая цифра. Мы не можем себе этого позволить. Райсовет не обладает таким ресурсом, и нет возможности. Самый большой по численности район действительно предполагает большой аппарат. Но есть, опять же, оговорюсь, есть районы, у которых гораздо меньше населения, меньше территория, гораздо больше бюджеты. Вот там можно было бы на каждый отдел по 10 человек поставить аппарата, правда? Ну и как-то, знаете, немного грустно, что мы говорим очень много об этом аппарате. Аппарат — это просто тот орган, который обеспечивает там документооборот и такие различные вещи. Говорить нужно, наверное, о программах, о каких-то мероприятиях в рамках этих программ, каких-то перечислениях денежных и так далее. А говорим действительно о том, о чем всегда молчат, потому что этот вопрос всегда решен. А в нашем случае это проблема, потому что, опять же, все упирается в бюджет. Стосовно програм, у яких сферах, не дивлячись на бюджет, а плануєте реалізовувати які сфери у цьому році? Это соцнаправление однозначно. Оно в прошлом году довольно хорошо начало, скажем так, уже строиться, потому что райсовет — это совершенно новый орган, РГА была создана новая, и у нас уже есть управление по делам семьи. Вот. И, в принципе, те мероприятия, которые были проведены в 2021 году, это, скажем, начало, скажем, уже набран штат сотрудников, они начали работать, и это то, с чем уже, ну, можно потрогать, что называется, да? Вот это направление. Международное направление, оно у нас было начато в 2021 году. У нас Одесский районный совет вошел в Европейскую ассоциацию местной демократии. Это на то время единственный был райсовет, который вошел вообще в такую организацию. Туда входят местные советы из 45 стран, около 300 членов. Это дает возможность участвовать в различных двое и многосторонних проектах, выезжать, скажем так, со своими какими-то проектами на международные выставки, конференции и так далее, повышать инвестиционную привлекательность района, имиджевую политику, скажем так, вести, чтобы какие-то инвестиции привлечь. А в нашем решении о направлениях деятельности на 2022 год там есть одно из направлений — повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций. Это был бы хороший, скажем так, хорошая часть бюджета, на которую, возможно, существовал бы райсовет. И для вот этого повышения, да, привлекательности, рекламы, скажем так, райсовета, мы входим вот в такую международную организацию. И в следующие года у нас предусмотрены членские взносы туда. То есть я надеюсь, что это направление будет развиваться. У нас есть комиссия по международным вопросам. И, возможно, будет райсовет как-то презентовать, потому что район очень большой. Большое население, большая территория, есть что предложить, есть что показать. И в туристическом плане самый, наверное, интересный, да. Поэтому такое направление точно будет. У нас есть программа соцэкономразвития, которая чисто стратегическая такой является, да. Она не предусматривает финансов, в которых очень много направлений. Но мне бы не хотелось говорить, вот, что их очень много и какие, потому что потом в конце этого года окажется, что мы ничего не сделали. Вот. Лучше сказать хотя бы там о нескольких, но в рамках которых что-то реально возможно сделать, там помочь даже каким-то 10-15 семьям, к примеру, да, оказав какую-то помощь гуманитарную, материальную и так далее. И это будет ощутимо. Но вот именно социальное больше всего надежд, мне кажется, мы на него возлагаем. И управление это работает, и регулярно выезжает на места, по району ездит, по проблемным семьям, по многодетным семьям, ведет учет, скажем, ну, довольно так активно работает. Поэтому, я думаю, в этом плане надежда есть. А чи можна чекати на якісь інфраструктурні розвитки у Одеському районі в цьому році? Ви маєте в виду там будівництво чогось? Так, нового? Якесь будівництво, реалізація якихось програм того ж великого будівництва? Я думаю, це вряд ли. Об'ясню, чому. Зараз у нас основні фінансові ресурси, основні повноваження зосереджені в громадах непосередственно. Да? Кожна громада сама займається своїми дорогами, своїми елементами соціальної інфраструктури, школи, больниці і тому подобне. Это упирается в какие-то местные, там, сельский, городской бюджет и так далее. Поэтому больше это ложится, естественно, на плечи громады, а райсовет может привлекаться в софинансирование какого-то проекта, да, ремонтирование какой-то дороги, либо строительство, либо ремонтных работ какого-то, ну, элемента, да, там, дома, элемента инфраструктуры и так далее. Но, опять же,
райсовет может быть просто залученный, да, привлечен в качестве партнера в этом. Чтобы мы финансировали, у нас даже, скажем, особо не на что опереться в плане коммунального имущества. Мы много что приняли от тех районов расформированных, передали обратно в громады, там школы, больницы, потому что у райсовета не было ресурса содержать их, оплачивать зарплату и так далее. Мы передали. У самого райсовета, как посредника между громадами, у него нет даже своих каких-то, скажем, объектов, которые нужно содержать и развивать. Вот именно поэтому мы такую роль, знаете, контролера-посредника играем. Но чтобы ее осуществить реально, нужно обладать большими полномочиями и финансовым, опять же, ресурсом. Вот, поэтому по инфраструктуре, ну, сам райсовет инициировать ничего, наверное, не будет, только будет привлекаться. А як щодо взагалі взаємодії районної ради з центральною? Чи є якісь проекти, якісь вже контакти, діалоги з центральною владою України? Мені кажется, що наш вот, Одеський районний совет, возможно, і другі совети, його робота за 21 рік стала приміром того, що ми не сотрудничаємо і не працюємо з громадами. Мені кажется, в этом работа налажена плохо, возможно, потому что только первый год после местных выборов, да, еще раскачивается все. Но каждый как-то сам себе работает. То есть, понятно, Одесса на территории Одесского района, но у нее есть свой орган местного самоуправления, который сам по себе, скажем так, сам себе работает. Были у нас инициативы, вот, например, моя была инициатива там по жилищному маневренному фонду. От депутатского корпуса мы обращались в горсовет Одесский по поводу того, чтобы написать документ, который будет регламентировать тот жилищный фонд, из которого квартиры предоставляются, когда рушатся дома. Это я очень просто сейчас объясняю. Был у нас такой проект, мы его приняли. Это обращение от нас ушло в горсовет, ждали ответа мы месяц. Спасибо большое, ответ дали, что нам это не надо. Мы считаем цены дотильно. То есть какие-то есть попытки что-то наладить, что-то предложить, но пока успехом они не увенчались. То есть каждый работает как-то на своей территории, считает себя, ну, руководителем, это как бы по сути и правильно. И у громад точно так же, с райсоветами особого контакта нет. Этот контакт наблюдается во время передачи имущества, да, подписания актов приема передачи, когда, ну, кто-то в чем-то заинтересован, конечно, процедуру прошли и все. Чтобы вот какие-то, как вы говорите, проекты вместе развивать, это было бы интересно. И, наверное, обоим сторонам, ну, приносило бы какие-то, да, дивиденды. Но пока этого нет. Возможно, просто, что первый год. Ну, сейчас, возможно, райсоветы просто вот серьезно не воспринимаются теми же громадами. У них есть свои бюджеты. Зачем, собственно, общаться еще с кем-то? Когда у тебя есть свой бюджет, своя территория, ты занимаешься еще и теми объектами, которые мы передали, новые, их тоже надо содержать. Пусть райсовет как-то себе там сам решает со своим 1 800 000, да? Вот, ну, печально пока. Ну, я что год назад, что сейчас еще долю оптимизма сохраняю, что это только начало, потому что райсовет только организовался. Не в первый же месяц, а там спустя месяца три. Мы пока прошли все процедуры, чтобы зарегистрироваться, новое юрлицо. И это было проблематично очень. Еще 4 года, поэтому думаю, что какие-то сдвиги будут. Потому что совет, мне кажется, не распустят вообще районные советы, потому что люди же избирали, набрали народных избранников, правильно? Распустить это будет, ну, как бы неправильно, потому что это не на нашей совести, что райсоветы оставили в Конституции, их же должны были распустить, но голосов не хватило. Этот орган остался. Теперь как-то с этим нужно, ну, скажем так, какую-то пользу приносить, да, с этим советом, с этим органом. Но власти пока не торопятся. Но мне кажется, нужно еще время. Дякую вам, Лада, за цю розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про плани Одеської районної ради. У гостях у нас була Лада Рибалко, депутат Одеської районної ради. Мене звати Ігор Ісенко. До нових ефірів.